Всем-всем-всем доброго-доброго вечера. Наш 10-й день подошел к концу. Вечер уже, мамочка устала, да? Устала, господи, девочка такая, труженица маленькая. Двое уже спят, малыши такие. Вон какие тёстенькие, какие упитанные. Такие хорошие ребятулечки, да? Ребятулечки, да-да-да-да, хорошие. А этот самый такой кабанистый, такой кабанистый. Самый кабаняка. А двое еще кушают. Да, вот они такие, ротики маленькие, носик черненький. Кушают они, наедаются, чтобы спать спокойно, хорошо. Сейчас уже в ночь пойдут. А ты куда побег решил устроить? Куда побег решил устроить? Все любопытно, еще не видишь, не слышишь, но куда-то бежать надо, да? Малыш такой. Мамочка укладывается удобнее, чтобы удобнее накормить. Скажи, сейчас накормлю всех, напою и тоже спать пойду, да? Ой, вздохнула как. Еще один трудный материнский день прошел. Как она старается, наша мамашечка, да? Старательная девчонка. Никого не оставляет, никого не пропускает. Всех намоет, всех накормит, всех начистит. Только потом идет отдыхать. А это кто тут хочет побег устроить? Скажи ко мне. Девчонка. Ой, девчонка такая, ты побег хочешь устроить, да? Маленькая девочка такая. Розовый ротик, розовый носик, розовые лапочки. Вот такие маленькие лапочки. Скоро будете бегать, скоро будете носиться по всему дому, да? А потом на улице начнете выбегать. Ох, веселье у нас начнется скоро. Глазки щеночки открывают. Примерно на 10-14 день. Ой, на 10, на 12-14 день. Так что скоро уже ждем, да? Скоро-скоро. Все, малыши наелись. И сейчас спать будут. Ну, а мы вам тоже желаем добрых снов, спокойной ночи. Чтобы вам приснилось что-нибудь приятное-приятное, замечательное-замечательное. И чтобы хорошенько выспались и набрались сил для нового дня. Всех целуем, обнимаем. И хорошего вам сна желаем. Да? Девчонка моя, девчоночка такая. Да, от Вигусечки вам большой-большой приветик.